Привет! С вами Шадув. Знаете, это была не шутка, что мой канал теперь только для новогодних видео. Правда, ирония в том, что все новогодние видео на канале были сняты, скрыты, потому что в них присутствовала копирасная музыка. Просто прекрасно. В этом видео я даже не знаю, стоит ли вообще какую-то музыку включать, чтобы хотя бы это видео осталось на канале. Кстати, да, у меня же теперь тут новое, вот это вот сложное звукозаписывающее оборудование. Для его подключения мне понадобилось освободить целый порт USB на своей электронной вычислительной машине. Можете представить, типа, насколько это сложное оборудование? Это просто жесть какая-то, вообще тотально. Ну что, теперь я идиот со светящимся микрофоном. Растем! Это, кстати, теперь как реквизит просто, ну, типа, знаете, типа, напоминание вот от тех вот прошлых времен. Он настоящий, если что. Ну что, 2023 год подходит к концу. Пусть он сдохнет в тильте, как все предыдущие, похожие на него 4 года полного трэша, и придет нормальный, четкий, классный, четный 2024-й. Йоу, в рифму даже. Могем, умеем, практикуем. Стоит, наверное, уже ставить елку, включать новогодние огни и ждать прихода. Ну да, только его мне ждать и осталось. Чё еще можно сказать-то по поводу Нового года и вообще всего вот этого праздника в целом? Ну да, праздник приходит. По поводу канала, что могу сказать. На канале на момент записи видео было 101 подписчик. Понимаете, это вот 100, это вот столько раз по вот столько, плюс 1. Офигеть можно. На канале за это время не вышло ни одного видео. Потому что канал теперь только для новогодних видосов. Чё я еще хотел сказать-то? Ёпта. Забыл, бля. Забыл. Забубля. Забыл, бля. Забыл, бля. Забыл, бля. Зато на канале было проведено очень много стримов. Ну, сравнительно со всеми предыдущими годами по видеоиграм. Ну, как по видеоиграм. Мы просто с пацанами в КС катали. Там иногда Саня еще какие-то перлы выдавал. Да, было весело, было весело. Возможно, вас ждет монтажик по КС-очке. Продолжение легендарного Хунтер Уструик Йоу. Хунтер Уструик Йоу 6. Где остальные 4, как бы, непонятно только. Также этот год нам принес просто, вот, я не знаю, просто что-то, вот, мне снесло крышу от этого. Мне в натуре снесло крышу. Трейлер GTA 6 показали. Трейлер GTA 6 показали. Ребят, давайте пересмотрим сейчас трейлер GTA 6. Вот он, я включаю. Четко я вас подловил, да. Подловил прям вообще, прям вот этот подлов вообще, прям ловец вообще, прям вот всякого такого, прям отловун вообще, прям пипец. А знаете что? Знаете что? Это еще не конец этого видео. Ну-ка, давайте-ка вы пойдете со мной, мои дорогие. Давайте пойдете со мной. Пойдем. Знаете, где мы? Мы в небольшом подземном переходе. Вы меня спросите, Шадув, какой нафиг подземный переход? Это же новогоднее видео. Какой подземный переход? Ты нормальный? Тебе нормально? Мне нормально. И вам должно быть тоже. Подземный переход, понимаете, это место перехода. Понимаете? Ладно, я понимаю, что вы пока что еще ничего не понимаете. Но сейчас я все объясню. Понимаете, именно здесь начинаешь осознавать, что значит само слово. Переход. Это такое место, соединяющее место, откуда вам надо, место, куда вам надо. Лиминальное пространство, если позволите. Именно здесь, именно в этом самом переходе, я впервые почувствовал, что значит само слово переход. Это не только какое-то физическое место,
Это еще те самые не всегда приятные и не всегда легкие моменты в нашей жизни, как, например, пубертат, или переезд от родителей, или поступление из школы в университет, и так далее, и тому подобное. Понимаете, это всегда промежуток пространства или времени, или их совокупность, через которую нам нужно пройти, чтобы попасть из точки А в точку Б. Именно здесь, именно в этом самом месте, это чувство сильно, как никогда. Я привел вас сюда как раз в тот самый период, период перехода. Мир меняется, мы с вами меняемся. И дабы нам не остаться в тельте, нам нужно приложить все силы, чтобы завершить этот переход. Настает 2024 год. В далеком детстве я и подумать не мог, что такая дата будет на наших календарях. Она звучит настолько далеко и настолько футуристично, что даже поверить в это сложно. Однако, оглядываясь на минувшие года и смотря на мир сегодня, будущее и вправду уже не завтра, оно давно уже сегодня. Однако, что сулит нам еще более далекое будущее? Что ж, я думаю, скоро мы узнаем. Поживем, увидим. А вам, мои дорогие подписчики, мои дорогие зрители, среди которых есть мои близкие, друзья, знакомые и даже люди, которых я не знаю, от всего сердца желаю вам поскорее завершить этот непростой переход. С Новым годом вас! Удачи и пока! Удачи в бою.